Приветствую сердечно, Сергей Николаевич. Будем на ты, наверное, потому что мы давно знакомы. Ты приезжал ко мне в Махачкалу. В каком году примерно? Это был где-то, наверное, 84-й год. Да, Сережа, расскажи, пожалуйста, как ты все это время живешь в двух словах? И чем ты занимаешься? Всем нашим участникам нашей школы «Человек будущего» Homo Futura, школы человечности, будет интересно. Я думаю, наверное, да. Во-первых, здесь, наверное, хотелось бы рассказать с того, с чего все это начиналось. Я себя помню примерно где-то с 3 лет. Вот. Моя бабушка, она травница, она помогала людям, тем людям, от которых отказывалась официальная медицина. То есть я вместе с ней ходил, я обучался разговаривать с травой. Знаете, как она мне говорила? Так, все, вот роса, пошли. Вот подумай о бабушке Кате. Помнишь, как она рассказывала о болезни? О своей. А теперь почувствуй, какая травка тебя зовет. Я вот раз, и вдруг я начинаю находить вот то, что необходимо этому человеку. А она мне потом рассказывала больше об этой траве, почему она помогает и так далее. Очень интересно. Это было где-то 3 года. И у нас с того, тоже я помню, у нас все останавливались в доме монахи, православные монахи, священники останавливались в нашем доме. И мы постоянно о чем-то с ними говорили, иногда спорили. И вот триады святого Григория Палама, да, триада в защиту священно безмолвствующих, одна из первых таких моих книг. Я тогда даже не знал, что она является как бы основой православной психологии. Но мне было интересно понимать, что такое понятие молитвы, любви. Так интересно был подход в тот момент. Сережа, я хочу всем сказать, кто нас будет смотреть, о том, что Сергей приезжал ко мне в Махачкалу в центр саморегуляции человека. Это были годы очень давние, и поэтому к нам приезжали из 70 городов СНГ, так называемого. А ты из города какого? Пенс тогда Из приезжал. Пензы приезжал. Значит, до Махачкалы из Пензы не так близко, но если человек приехал в те годы. А тогда, по-моему, у меня книжка вышла «Ключ к себе» большим тиражом «Молодой гвардии» в 90-м году. Что-то Замечательно. такое, да. И у меня школы проходили по 20 дней. А ты сколько дней у меня был? Я не помню, дня 2 или 3 там смог быть, что-то такое вот, но я вот просто прочувствовал что-то, да, вот у меня такое, вот какое-то открытие, я понял, что я получил то, что хотел, вот это внутреннее какое-то, вот часть какую-то, да, я понял, что... У меня есть фраза, я пишу разные метафоры, там есть фраза «Только любознатели становятся великими, только те, которые задаются вопросами, а не только являются последователями, автоматическими исполнителями того, что им говорят». Вот эта пошаговая система, которая вырабатывает шаблоны и прочее. Вот Сережа как раз-таки человек-мыслитель, который задается вопросами. Вот видите, оказывается, с детства, вот это интересно. То есть такой тип личности. А теперь интересно было бы услышать философию твою. Ну, на самом деле, кроме всего прочего, я еще и бизнес-тренер и психолог, да? Ну, еще по экономике, аудитор по бизнес-процессам и персоналу, тут все вместе связано. А еще я бывший военный. То есть испытывал вертолеты, самолеты, разбивался, и имея свой опыт там прохождения вот этой клинической смерти, то есть вот эта картинка мира. И вы знаете, вот этот пазл, что такое жизнь, почему жизнь это игра, как играть в эту игру, по каким правилам, что является целью, что является инструментом, вот Подожди, оно подожди, приходит. подожди, подожди, подожди. Извини, пожалуйста, я буду Так. сразу задавать вопросы, которые у меня возникают. И ты тоже так делай. Да, конечно. Жизнь игра. Жизнь игра. Ну, это в каком-то смысле игра.
Или в прямом смысле игра? То есть в каком А контексте? Истина же в контексте. Что ты имеешь в виду? вы знаете, все-таки, если говорить о человеке, о его восприятии этой жизни, то есть все-таки спираль личностного развития, где на каждом уровне свои нормы и правила. Да? Я говорю о спиральной динамике Грейза и Бека. Свои нормы. Поэтому люди довольно часто друг друга не понимают. И для одного жизнь – это борьба за выживание. Для другого это, помните, как храм, да? Я здесь пытаюсь денег заработать. Другой говорит, мы строим храм. Вот так же и по жизни. У каждого свое видение. И я сейчас говорю о жизни как о великой игре. Игре в осознанность. И вот, знаете, мне вот кажется иногда, что человек обучается быть Богом. Вот, Извини, пожалуйста, Сережа. да? Скажи, пожалуйста, вот ты бизнес-тренер, можно Да. капельный вопрос задать сразу? Угу. У нас такое правило, человек, если не хочет отвечать, он говорит, я сейчас не хочу отвечать. Так. Или хочу говорить о другом. Ну, пожалуйста, у нас откровенные отношения. Конечно. Ты бизнес-тренер, да? Вот сколько у тебя денег, сколько ты умеешь зарабатывать на этом бизнес-тренинге? Вот у меня, например, очень много денег бывает, а бывает, что ничего нету, потому что я все раздаю. И как у меня в детстве было, что у меня там товарищ мой, старше меня, Наум Мусаханов, сейчас он в Израиле, потрясающий физик, потрясающий философ. Он меня тогда как-то спросил, у тебя в кармане сколько денег? Я говорю, 1,5 рубля. Он говорит, у тебя всю жизнь будет так, потому что Ага. ты такой. Понятно. Я хочу понять, у тебя сколько денег, если ты Ну, мне бизнес-тренер? достаточно. Там суммы разные. Можешь не отвечать. Самые разные. Я вот что хочу сказать. Дело в том, что суммы на самом деле достаточны. И квартиры в Москве, и все остальное. Это отдельная тема. Вот, но однажды я услышал такую фразу. Говорит, слушай, денег нет у тех людей, которые о них беспокоятся. Ты Что знаешь, значит? Что это значит? что тебе деньги на все твои нужды будут всегда, если ты сам себе в этом не будешь мешать. Я говорю, такого быть не может. И у меня как раз какой-то момент был кредит. И мне нужно было срочно его закрывать. И я никак не мог найти, ну, там, грубо скажем, деньги, там где-то приболел что-то еще. Я не знал, что делать. А потом я вспомнил эту фразу, расслабился, и вдруг все реализовалось, все пришло. Как бы случайно, как бы случайно. Там случайностей не бывает. Все есть только обратная связь. И вот эта фраза, что Ты можешь меня научить, чтобы я деньги много зарабатывал? а для этого не надо их зарабатывать. Нет? Нет. Вот я думал иногда, вот сколько мне нужно денег и для чего они мне нужны. Ну, Дело. во-первых, семье помочь, во-вторых, друзьям помочь, в-третьих, мне нужно сейчас 5 миллионов долларов. Я себя спрашиваю, а зачем тебе 5 миллионов долларов? Чтобы встречаться с теми людьми, с которыми я хочу встретиться. А Классно. меня спрашивают, ты не можешь с кем-то встретиться? Я говорю, конечно. Я для того, чтобы встретиться вот с этим режиссером, который создал Ага. «Аватар», этот фильм, Ага. ездил в Америку, надо было с ним встретиться. Он в это время был в Китае. И, короче говоря, я там месяц-полтора прожил у друзей, так и не смог встретиться. А я ему хотел предложить в очередной фильм, который он будет делать, необязательным эпизодом вставить ключ, чтобы весь мир, посмотрев фильм, научился управлять своими внутренними ресурсами. Это было бы потрясающе. Я до сих пор ищу такого режиссера. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что туда поехать нужны были деньги, чтобы там 1,5 месяца жить и ждать с ним встречи, нужны были деньги. Итак, чтобы он на меня обратил внимание, нужны были деньги. А сейчас в интернете тоже, с одной стороны, ты всех видишь, а с другой стороны, не встретишься, пока ты там каким-то образом, короче Да. говоря,
Поэтому, если бы у меня было 5 миллионов долларов, я бы мог их тратить на то, чтобы встретиться с тем человеком, который мне интересен. Вот так. Я согласен с вами полностью, но тогда я хотел бы этот вопрос немножко уточнить. Вам точно нужны деньги? Или вам Нет, мне нужны сейчас уже не нужны. Я уже в или вам нужны возрасте, когда я не возможности? летаю, да. Или вам нужны возможности, чтобы их можно было реализовать? Конечно, мне цель была такая, чтобы встретиться с автором «Аватара», Да. чтобы он ставил фильм-эпизод. И все бы научились жить лучше, легче и добиваться больших успехов, не набивая столько шишек, сколько сегодня Да. набивают. Особенно Вот. сегодня в условиях неопределенности. А самое интересное, что мы набиваем больше шишек именно в тот момент, когда пытаемся из этой жизни что-то вытащить, например, заработать денег. Вот в тот момент. Предложи, вот чтобы Да. наши все А дело в том, участники смотрите, дело в вышли том. из ситуации, кто хочет выйти из ситуации выживания, на жизнь Да. и на Дело в том, что это спасение. огромнейшая ловушка, огромнейшая ловушка. И если помните, у нас раньше была вот эта пошаговая структура, точка А, когда у тебя ничего нет, точка Б, когда у тебя все есть, и мы прорисовывали некий путь, вот типа кулинарного рецепта, да, пункт первый, пункт второй, шаг третий и тому подобное. Вот на сегодняшний день эта структура, скорее всего, будет давать сбои, очень Слушай, уже мощные. давно дает, потому что это вырабатывает Да, шаблонное да. мышление, шаблонное. Мы еще подумать не успели, а уже внешняя ситуация изменилась. И то, что мы придумали, оно уже мало того бесполезно, оно уже и вредно. Больше Вот и ситуация все. неопределенности – это новые Совершенно условия. верно. Таких быстрых изменений, неопределенности, как это, чтобы Поэтому жить наша тебе в. школа занимается тем, что обучает людей. И друг друга обучаем, и сейчас в данном случае с Конечно. нами, чтобы человек мыслил своей головой и быстро мыслил со скоростью инстинктивных реакций, создавал новые решения. Да. Я не так давно разговаривал с одной девушкой, молодой психологом, и я ей рассказывал о духовном интеллекте. Ну, вы знаете эту структуру, да, Стивена Расскажи, Кови. расскажи, расскажи все. Ну, по Стивену Кови есть четыре типа интеллекта. Первый тип интеллекта – это физический интеллект, где мы говорим о теле, о здоровье, о красоте, о том, о выносливости и так далее. Ну, где мы это поправляем? Да, мы это поправляем в бассейне, за столом качественной пищи, да, и так далее. Чистотой определенной. Вот первый тип. Второй тип интеллекта – это знание, так называемое IQ. Знания, где мы берем? Мы идем в школу, и мы набиваем в голову себе много-много разных знаний. География, химия, история, физика, математика вражеская и так далее. Вот это все мы начинаем набивать себе в голову. И на основании вот этого всего набитого мы выстраиваем какую-то концепцию мира, да? Это называется карта мира. Во что-то мы верим, а во что-то мы не верим. Это второй тип интеллекта, это тоже один из самых слабых, называется знание, IQ. Но людей как-то больше меряют именно по оценкам. И в итоге вот это бухгалтерское мышление, правильное мышление, безошибочное мышление, оно приходит в моду. Но вспомните, пожалуйста, ни один отличник не смог открыть своего бизнеса. Бизнес всегда открывают троечники. Потому что троечник идет по улице, он знает, откуда ему кирпич прилетит. Он это чувствует. Бизнес, что это такое? Сейчас объясню. Бизнес – это доброе дело. То есть, создавая некую структуру, я сейчас расскажу, что такое бизнес. Сначала давайте расскажу по поводу эмоционального интеллекта, потому что это третья модель, важнейшая модель в построении человека. Вот третий тип интеллекта из четырех – это эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это не только управление эмоциями, хотя это основа нашей жизни. Эмоции – это основа нашей жизни. Вот если бы меня спросили, что такое в духовном мире деньги, я бы сказал, деньгами в духовном мире являются ваши эмоции. Ваши цели, за каждую свою цель вы платите только своими эмоциями. Немножко Вот. непонятно. Это эмоциональный Человек интеллект. переживает,
Есть эмоции, есть чувства, есть определенное состояние. Вот эмоция. Вот я предлагал в прошлом ролике, чтобы все посмотрели в интернете, в Википедии, что такое эмоция, что такое безэмоциональное отношение. Когда ты видишь мир шире, когда твоего эго там нету, когда нет страхов, комплексов, стереотипов, мышления, подражания авторитетам, когда ты свободен, ты видишь вот весь мир, и вот это вот с детства у тебя, видимо, мироощущение такое было, которое постепенно перерастало с накоплением опыта и знаний в мировоззрение. И вот А вот сейчас ты смотри. делишься своим мировоззрением, да? Вот ты говоришь о том, что пошаговая система, она не дается. Это больше на уровне знаний. Это больше на уровне знаний проходит пошаговая система. Вот смотрите, по поводу эмоций. Ведь мы можем по-разному, вот если мы говорим о бизнесе и об эмоциях, да, то первое, мы уважаем себя, мы уважаем свою компанию, мы любим, ценим свой товар, а самое главное, мы любим тех людей, с кем мы работаем. И вот эта любовь, она как снежный ком, она начинает прирастать. Извини, пожалуйста. Компанию, что ты имеешь в виду? Это некое сотрудничество людей, которые заняты единой целью. Они в данный момент времени как бы синхронизированы этой целью. У них есть свои идеалы. Получение прибыли, да. В этом смысле, да? То есть бизнес это, еще раз вернемся, определение бизнеса. Просто это слово иностранное, и мне не... Да, я его тоже не очень люблю. Для меня важнее дело. Дело по душе. Кстати, вот слово «работа» – это Да. из этой же серии. Ну да, Ведь, ты говоришь, Сережа, о прибыли, ты имеешь в виду финансовую прибыль или что? ну, сам по себе бизнес, он подразумевает обязательно финансовую прибыль. Но, смотрите, вот есть мастеровые какие-то, которые горшки делают и за это получают, да? Это не есть бизнес. Они получают за свой труд. А бизнес – это организация процесса. Понимаете, вот когда вот он настолько прописан, этот процесс, должностные инструкции, показатели, вот все-все это прописано, и вот тогда вот это будет бизнес. Ты как считаешь, у нас в России сегодня можно честным образом зарабатывать большие деньги? Я знаю таких людей. Честным образом, Да. которые не присосаны к какой-то кормушке, Есть их очень мало, но которым не помогли из-за границы каким-то стартовым или там, допустим, рекламой там, или еще что-то. А сам человек, вот он кончил школу, кончил институт, ну, молодой человек. И он решил честным образом заработать деньги, чтобы построить себе семью, родить детей, научить их, чтобы они воспитывались, правильную школу нашел. Вот это возможно в России сегодня? ну, наверное, только немножко по-другому здесь мышление будет работать. Невозможно построить бизнес с целью заработать денег. Ну, давай расскажи. Дело в том, что лучший бизнес – это когда человек горит этим. Вот смотрите, давайте разберемся со словом «работа», да? Горит чем, извини. Горит чем? Вот смотрите, слово «работа». Нам говорят, что слово «работа» произошло от слова «раб». И люди что делают? Они не хотят работать. И ко мне приходят на консультации люди, у которых главная цель – это пассивный доход, чтобы они лежали на пляжу и просыпались от звука входящих денег. Понимаете, да, это цели паразита. Потому что работа – слово для них от слова «раб». А на самом деле слово «работа» – это очень древнее слово. Оно состоит из слова «ра» – «бог», солнце, радость, правильно? Ра. И слово ботать, ботинки. Моя бабанька. Тогда получается, что чтобы быть бизнесменом, надо им родиться. Потому что я, например, горю этим, как ты говоришь, своей работой. Горю. Да, я знаю.
Но я не бизнесмен, потому что я не извлекаю из этого прибыли. То есть, Но я согласен, для этого как есть. тогда правильно определиться в этом отношении? Есть много людей, которые горят Да, своим делом, горят своей работой. да. Они не бизнесмены, Но они все не правильно. получают. А как Все быть? правильно. Поэтому надо объединяться. Здесь дело в том, что бизнес – это работа не одного человека. Это собираются люди, единомышленники. Это люди-партнеры. Партнеры, когда каждый отвечает за свою деятельность. И вот когда они объединяются, вот такая синергия происходит, да? Вот тогда это реальный бизнес. То есть мы с тобой можем вдвоем заработать, и я буду гореть своим делом, а ты будешь как бизнесмен гореть, как организатор, и мы можем заработать много денег. Ну, тогда надо прописывать должностные партнерские отношения. Я буду главным, потому что я старше. Ну, я согласен, согласен. Я Я же еще маленький. человек, кто главный, главное, чтобы он не противоречил моей идеологии. Моя идеология Совершенно верно. людям. Да. Если я буду им говорить, за мою помощь ты должен заплатить, так вот почему же вот иудаизм, потом идет христианство, потом идет ислам. Потому что в иудаизме ближний – это тот, который ближний в твоем круге, все остальные не ближние, пускай платят за кредит. Ну, это второзаконие, да. Ростовщичество. Потом наступает христианство, потому что там цена помощи меньше. А потом ислам. Там цена помощи вообще ничего не стоит. Там никакого кредита нет, становишься партнером. Поэтому лавиной пошел ислам по миру, потому что цена помощи уменьшилась до ничего. Ну, знаете, в принципе, и даже и сейчас тоже работают, и кооперативы работают, вот это кооперативное движение, и партнерские отношения, они процветают. И сейчас люди, например, собираются, и я иногда помогаю запускать некоторые бизнесы практически без вложений, только на партнерских отношениях. Потому что у каждого есть какие-то свои ресурсы. И когда, например, все объединяются, оказывается, что денег-то больших и не надо. И все получают от этого прибыль. Вот эта вот классная идея, вот именно как партнерство, вот это сейчас нужно развивать. Но я хочу вернуться к эмоциональному интеллекту. Почему? Потому что именно в эмоциональном интеллекте мы начинаем касаться вот этой идеи коммуникации, взаимодействия. Это третий уровень интеллекта, эмоциональный. Управление эмоциями, управление собой. Коммуникация с самим собой, с другими людьми. Умение решать проблемы, ставить и достигать целей, это все оттуда идет, именно с эмоционального интеллекта. Вот. И вот здесь уже человек начинает понимать, что им управляет, каким образом, куда он идет и что должно быть результатом. Интересная же техника. Ну, так получается, если ну, человек, конечно, духовное развитие такое, Да. творческое развитие, изобретательское мышление, сопереживательное мышление, помочь ближнему, это сказано во всех, так сказать, местах, любовь, сопереживание, чувство бесценности живого, такие вечные общечеловеческие ценности. И вот здесь без денег никак невозможно, потому что все есть тело, которое требует одеяла, требует свежего воздуха, требует там еды, которую купить надо. Никаким воображением ты себе эту еду не создашь. У меня однажды был случай, я ехал в поезде, голодный такой, никого нету, вагон-ресторан закрытый, я сижу в один купе. Я подумал, я же ключом занимаюсь. Закрыл глаза и представил, что бы я хотел сейчас есть. Хлоп, и выскакивает у меня чалагач, такой армянский, это значит жареный такой на ребрышке. Я его мысленно проел, потом опять представил, что же я еще хочу. Хлоп, опять чалагач, думаю, ну, три раза, короче, выскочил чалагач, а я думаю, ну как же так, что же я все время это чалагач? А потом я думаю, что же я бы теперь хотел? Хлоп, и такая рюмка большая, розового вина. А я вообще вино не пью. Я поэтому приехал тогда в Софию, я Савки Байчевой, которая создала потом
по нашему названию. Я им подарил вот это вот Homo Futurus, издательство очень большое Homo Futurus там в Софии. Она журналистка-международница. Я ей говорю: «Савка, ты представляешь, ехал в купе, челогать, 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 а потом вдруг выскочила вот эта рюмка такая граненая с вином, а я-то вино не пью». Я говорю: «Почему это выскочило?» «Потому что вино положено к мясу по всем кухонным книгам. Или в моем подсознании, бессознательном, я ей задаю философский вопрос: это подсознание мое сработало или штамп, стереотип, который я читал?» Она говорит: «Слушай, а ты вообще не пей». Вот ответ, да? «А ты вообще, говорит, не пей». Я ее о другом спрашиваю, она говорит: «А ты вообще не пей». «Да не пил я», я говорю, «просто интересно». Как наша работает подсознание? Вот я почему говорю. Знаете, вот Столько много интересных массивов, материалов, вся Вселенная, там все, чем читали, видели, слышали во сне и так далее. в понятие гештальта, да, Фриц Перлс внес такое понятие, как в гештальте. Фриц Перлс внес такое понятие, как управляющая часть. Опа-на! Что Что это? есть некие части, например, любовь. Да. А где она расположена? А как она выглядит? А каким образом она управляет человеком? И вот оказывается, у человека их много таких частей, которые берут управление над поведением, мышлением человека. Эмоции, если ты влюбился в девушку, никуда не денешься. Также работает страх, также Страх, работает. правильно, да. Их много. Желание, Зависть, зависть, чувство недовольства. раздражение, да, агрессия. Но смотрите, предположим, что кто-то об этом не знает, и на него что-то воздействует, на этого человека, и он не понимает, что. И вот это первичное осознание, что человек, он не просто какие-то мысли ему приходят, а эти мысли ему приходят от управляющих частей, которыми в данный момент человек управляется внутри себя. Очень интересно. Доминант. Да. Дело в том, что вот если я еще и профессиональный NLP-тренер, да, тогда мы о чем говорим? Мы говорим о том, что с этими частями можно договариваться. Фриц Перлс на это не пошел. Но когда мы говорим о создании новых каких-то навыков поведенческих, да, когда мы говорим о новых качествах каких-то, да, своих, вот здесь можно и нужно договариваться своими вот этими внутренними частями. И это уже начало духовного интеллекта. Четвертый, самый главный интеллект интеллектов – это духовный. Осознание себя частью большей системы. Не просто вот я человек, эгоист, паразит, да, вот я пожрал, значит, все в этой жизни хорошо. То, к чему нас стремили туда, да, долгое время. Нет, а когда я осознаю себя частью большей системы, ну, например, если я живу в Москве, да, то для меня этот город, например, родной. Если у меня есть корни там в других городах, эти города для меня также будут родные, я буду чувствовать людей в этом городе, да, я буду чувствовать ситуацию в этом городе, и этот город как-то будет поддерживать меня. И так далее. То есть, если мы говорим о дальше, да, то, как вы правильно сказали, все-таки человеком управляет идеология, да. Но, к сожалению, у нас она запрещена по Конституции. Но вообще идеология – это видение будущего, картинка того результата, куда, ну, люди стремятся, куда они идут. Вот, идеология. И, конечно же, вот здесь мы уже начинаем соприкасаться вот с этими, с духовными законами. А дело в том, что они непонятны большинству людей, потому как они иррациональны. Не каждый может понять, как отдавая можно обогащаться, как отдавая можно получать, как уходя можно приближаться. Вот эти иррациональные законы, они для многих людей просто непонятны, потому что мышление человека, оно больше рациональное. Но все истина в контексте, поэтому все это Да? объяснять и
Вот смотрите, Что когда значит человек... уходя приближаться? Это же Да, вот смотрите. объяснить, что имеется в виду. Смотрите, вот давайте я просто покажу. Есть такое понятие на сегодняшний день, как позиция разотождествления, да? То есть то, к чему человек привязан, к чему он стремится, да, к чему он страстно желает, у него этого не происходит. Ну, не получается. Например, человек хочет заработать денег. Нет, подожди. Например, хочет заработать деньги. Да. Я, например, хочу с тобой поговорить, чтобы всем было интересно и полезно. Да. Как это не может быть? Я же делаю это, и сейчас люди смотрят, И я как раз про это же а ты говорю. говоришь, не получается, если я этого хочу. Ну, я с вами с тобой согласен. Смотри, Так, слушай, одну поэтому секунду. я говорю, истина в контексте. Надо Да. Я и говорить хочу слова, что пример мы привести. говорим, да. А ко мне приходит человек и говорит: слушай, Серега, ну не могу больше, кредиты достали меня, просто достали. Опять про Я деньги. говорю, Хорошо, все. давай про деньги, давай про деньги. Да, достали, я к примеру говорю, это так Да. поближе к телу. Да. Я говорю, ну, а ты можешь подумать о том, что а ты о деньгах как часто думаешь? Да я о них постоянно думаю. Если бы ты о них думал постоянно, тогда бы они у тебя были. А я Я о них думаю. понимаю, насколько я тебя понимаю, ты имеешь в виду, если бы ты думал не о деньгах, а для чего они тебе нужны, тогда бы деньги появились. Да, ты это имеешь А в виду или другое? смотрите, дело в том, что он думал об отсутствии денег. Не о наличии, а об отсутствии. Почему денег нет? Кто в этом виноват? А где их можно заработать? Ну, как ты думаешь, если он все время думал о деньгах, почему это значит, что он думал, почему их нет? Может, он как раз мечтал о том, что как их заработать, и искал, как Да. заработать. Он их не пытался заработать, он об этом только думал. Вот сейчас объясню, смотри, Как ты знаешь, он здесь тебе сам подход очень он важен, сам подход. спросил об этом. Да, очень серьезная, сама модель, она очень серьезная. А, например, когда человек говорит, я хочу денег, что мы от него слышим? Первое, что у него денег нет. Почему? Есть люди, которые миллиардеры, и они еще больше хотят. Когда человек хочет денег, от него идет информация, что у него денег нет. Я их хочу, у меня их нет, я их хочу. Он же не заявляет о том, что я хочу их больше, а он говорит, я хочу денег. То есть мы от него слышим по факту, денег нет, и есть желание их иметь. Но для этого надо его спросить, он это имел в виду или нет? Да. Мы обычно это проясняем, эту тему, и мы выходим на то, что я хочу денег, потому что у меня их нет. А, Так понятно. вот, а мозги-то наши, они исполняют наш запрос глаголов настоящего времени, где есть местоимение «я» как подлежащее и глагол действия настоящего времени как сказуемое. Я имею деньги. Если я их имею, кто я? В этой ситуации, да, кто я? Что у меня есть в этой ситуации? Что я делаю в этой ситуации, да? Делать, иметь, быть. Кто я? Все. Какой я другой? И когда я об этом думаю, я этим становлюсь. А если я этим становлюсь, весь фокус моего внимания, что происходит? Происходит создание новой нормы для меня, новой нормы. Мы говорили о месте комфорта, да? То есть человеку самое сложное – это выйти со своего места комфорта. Неважно, нет у него там, есть там у него проблемы, нет денег, там нет семьи, но он там, он знает, как объяснить эту ситуацию, почему та или иная ситуация происходит, знает, как объяснить, как снять с себя любую ответственность. Отлично, это его место комфорта. А цели всегда находятся за пределами места комфорта. А его эго туда его не выпустит, потому что для эго это опасно. Вот что интересно. А когда человек просто на секунду представил, какой он другой, да, он говорит, я хочу там автомобиль Мерседес, елки-палки. Прикольно. А зачем он тебя? Ты кем работаешь? Да я работаю никем. Вот, хочу, вот, и все. Ну, хочет и что? Ну и, я говорю, ну хорошо, сколько стоит? Сколько стоит обслуживание этого автомобиля?
Кто ты такой, чтобы на нем ездить? Ты куда на нем поедешь? На рыбалку. Ну, понятно, да, что у человека нет цели как таковой. Вот есть хочуха, и в итоге что происходит? Он, конечно же, не имеет ни автомобиля, ничего он этого не... Потому что есть мнимые цели, есть настоящие, настоящие, вот без чего он жить не может. Вот, например, ты не можешь жить без того, чтобы не думать. Ты думаешь, ты ищешь, ты пытаешься кого-то передать свой опыт. Ты без этого жить не можешь. Вот вернее, минимальный срок от идеи до результата, когда человек получил этот автомобиль за 8,5 миллионов, это 2 недели. Еще Без каких-либо возможностей это получить. раз, пожалуйста, объясни, я не понял. Объясняю. Ко мне обращается человек. И да, действительно, рассказал о своих целях, рассказал о своих фантазиях, о том, что как бы было здорово, если бы так, вот если бы произошло, как необходим ему автомобиль вот этот, чтобы он там ездил, и мог бы проводить переговоры и все остальное. Вопрос. Цели хорошие, благие, пусть даже для себя, благие цели. Вроде благие. По идее, да почему бы ему эту машину не иметь? А потому что эго ему этого не даст. Это не его мир. Там, где есть вот этот автомобиль. Что мы делаем? Мы берем на некоторое время и это эго отключаем. Ненадолго. Помните, да? Левитация руки. Нет ничего, есть только руки, которые что-то поднимают, какие-то шарики воздушные, да? Я верю в эти воздушные шарики, верю в левитацию руки, и я верю в ту программу, которую я сейчас устанавливаю. Все. Согласны? И И все, и она работает. то есть, подожди еще раз. Если, допустим, кто-то хочет автомобиль, Так. это у него истинная цель или не Не истинная? знаю. А ты не спросил его, да? Нет, я там спрашивал, конечно, да, мы работали, но это другая модель, мы сейчас про нее подальше поговорим. Подальше поговорим. Мне Я... сейчас нужны деньги. Ты можешь мне дать совет, как бизнес-тренер, чтобы я за короткое время заработал 5 миллионов? Могу. Ну давай. Я могу вам дать совет, не то, как заработать денег, а как найти вариант заработка. Ну давай, давай. Просто смотрите, вот здесь нужно использовать, конечно же, духовный интеллект. То, 5 что миллионов касается долларов, да. духовного интеллекта, далеко не каждый знает о том, что есть целая структура духовного интеллекта, она прописана не только в религиозных книгах, да, со своей структурой ангелов, демонов и всего остального. Кто-то использует карты Таро, кто-то астрологию. Если мы говорим... Ну, есть разные подходы, мы сейчас не об этом, но самое главное, что есть некое высшее я, которое управляет жизнью человека. И древние называли его вестник. Вот есть что-то такое, когда нам, знаете, вот вы стоите вот около какого-то здания, да, и что-то вас заставляет сделать шаг вперед. Вы делаете шаг вперед, а сзади падает ледяная глыба. И вот эта штука, которая вас заставила что-то сделать, она называется вестник. И вот это высшее я – это тот самый вестник. А есть низшее я – это то самое эго, в котором люди живут, обычно не выходя из него. Вот это эго, низшее я. И вот эта связь между низшим я и высшим я, Ну, она то называлась... есть, говоришь, когда человек делает ключевые приемы, например, левитации, там это эго пропадает. А мы не думаем о том, что я воспринимаю, понимаете? Нас в этот момент нас нет в этом помещении. Нас нет, мы же не Этого думаем. есть нечто высшее, которое нами руководит. А смотрите, вот когда мы говорим об этом вестнике, Чтобы да? мы освободили свой ум от комплексов, страхов, стереотипов и Да, авторитетов. да, 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 да. Состояние внутренней свободы. Совершенно верно. И мы Состояние соединились с свободы. чем-то большим, чем мы есть на самом деле. Совершенно верно.
Ну, можно религиозные взять какую-то модель, да, что дети, мы дети Божьи, не рабы, а дети Божьи. Можно подойти с другой модели, что весь этот мир только наша иллюзия, которую мы видим. Либо там какую-то еще модель, что этот мир лишь зеркало нас самих, к примеру, и Ну, тому подобное. в том случае ты даешь повод думать о том, что грабитель, который грабит, может это делать, потому что наш мир просто наша иллюзия. Модель агрессора и жертвы, когда она там была прописана, кто, вернее, впервые должен появиться, насильник или все-таки жертва? Помните, да? Нет, Сначала появляется жертва. это другой вопрос. Я говорю о том, что вот грабитель услышал от тебя слово, что мир Да. это вся эта иллюзия, что его не существует, что это какая-то матрица, что мы все эфемерные там частицы какие-то. У него желание ограбить дом или банк. И он теперь, услышав тебя, обрадовался и говорит, теперь могу грабить, потому что ничего этого не существует, я могу спокойно заниматься агрессией. Ну как это? Я бы посмеялся, но я бы сказал все гораздо еще страшнее, чем вы думаете. Я немножко, как говорится, довожу до края, А чтобы... это не край, есть еще дальше край. А что А еще? теперь представьте себе, что есть люди, которые прекрасно об этом знают. А что? Ну, о том, которые однажды написали в своих целях оставить на планете полмиллиона живых людей. Ну, они больные? Они знают как раз то, о чем мы с вами говорим. Они знают об этих законах, о том, как, где и как появляются мысли. Они знают о том, что такое ценность эмоций. Они знают о том, что такое Не, есть они высшее я. знают, как Гурджиев говорил, что человек автомат. И главное осознать себя и помнить себя. Молодец, Гуджи, я его очень уважаю. Да. Ну, Ну. действительно, люди ведутся, если авторитетно по телевидению говорите. Да. Конечно, конечно, они же не понимают, о чем речь идет, потому что подражательный рефлекс это на самом деле очень мощный рефлекс. И Зеркальные нейроны. конечно, Гурджиев говорил о том, что надо выйти из этого автоматизма, надо Да, осознать животного. себя, да. Конечно, конечно, а как же? Но здесь, понимаете как, я сейчас не могу помочь этим людям, которые встретили грабителя только потому, что однажды об этом помечтали. Мы не можем достигать целей, о которых никогда не мечтали. Любая ситуация, она не просто так происходит. Это мое такое мнение, а мне вот это. Я о грабителе говорил, что когда ему говорят, что мир – это майя, как и в Индии, Иллюзия. иллюзия, да, там-то под майей другое предполагалось, что мы мыслим стереотипами, вот это иллюзия. А на самом деле мир немножко реальный, другой, и в науке этим занимаются, эксперимент, это взаимодействие с реальностью по обратной связи, чтобы получить через органы чувств, через вычисления и так далее, это существует или не существует. Но когда говорят, что ничего не существует, все это есть иллюзия, тогда грабителю дается повод думать, что он может делать все, что он хочет, потому что ничего нет. Вот если мы говорим о жизненном сценарии человека, это можно менять? Судьбу, в смысле, да? Ну, некая судьба, жизненный сценарий. Все-таки я заметил то, что события в жизни, они довольно часто повторяются. Ну, Потому что давайте все предположим. одинаковые в основном. Просто мы различаемся уровнем развития, уровнем Грубо, да. мышления, да. Ну, то есть давайте посмотрим формирование жизненного сценария, да? Маленькая девочка видит, как пьяный папа бьет ее маму. Да? Что она делает? Она обижается на папу, ей жалко маму, и в итоге всю свою жизнь она привлекает в свою жизнь мужиков-алкоголиков. Ну, как-то так, страдает сама от этого. Она однажды запустила эту программу, и вот этот сценарий начинает развиваться. Я тоже как бы утрирую.
А теперь... Энграмм по Хаббарду, энграмм. Если она в состоянии стресса подумала о чем-то, это может стать навязчивостью, она потом это... Ну, Да. понятно, это психоаналитики этим занимаются, да. Угу. Снимают Ну, эти доминанты, эти психотравмы, выводят человека на определенное состояние, там выговаривается, да. выговаривается, 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 и освободился. Можно и так, там Нет. разные подходы есть, есть Да. через временные линии, есть вот как раз через выжимку вот касания и так далее. Но самое интересное другое. Вот этот высший я, он знает не только всю нашу прошлую историю, Он не он знает, знает, он не знает. У него же нету головы. как сказать, у Ну вот кого это надо голова найти имеет? метафору, такую правильную, более близкую к истине. Что значит знает? Знает это человек, знает. А это как может знать? Оно Человек как эго? бытие, бытие есть, независимо от того, мы что об этом думаем. Человек как эго? Как эго он не знает, он только воспринимает информацию из окружающего мира на основании тех знаний, которые имеет. На основании страха, комплексов, стереотипов, Да, опыта. убеждения, То есть мы говорим о чем? У нас все эго строится из чего? Из неких мыслей, правильно? Мысли, то, о чем мы думаем. Следующие – это эмоции. Вот это три у бандуристов, да? Следующие – эмоции и третье – тело. Мысли, тело, эмоции. Вспоминаем молитву гештальтеров, да? Я не есть мои мысли, я не есть мои эмоции, я не есть мое тело. Что мы делаем? Мы выходим вот как раз из-под воздействия вот этого эго. Потому что задача эго – сохранить текущую ситуацию любой ценой. Оставить человека там, где он есть, а сохранить его нормы. Вот и все. Это работа как раз того самого эго. Поэтому и цели так очень сложно достигаются, пока не поменяем мы эти нормы. Так вот, теперь это смотрим на работу. ограничивающие убеждения, как психологи говорят, чтобы заработать, нужно ограничивающие убеждения убрать, да, и так далее. Вот об Ой, этом. это сложно. Там вариантов, да, на самом деле очень много вариантов. Можно работать с ограничивающим убеждением, можно Вот создавать. скажите мне, пожалуйста, надо бизнесменом родиться или можно научиться? Для того, чтобы стать бизнесменом, предпринимателем, я не люблю слово бизнес, я люблю предпринимательство. Вот, все-таки необходима зрелость. Это прежде всего. Родиться можно с предпосылками. А вот развиваются они через опыт и через зрелость. Ну да, но Когда... любой ли человек может стать предпринимателем? Я, например, Может, я не если... могу, сколько я ни пытался, не получается. А у вас не было Потому что у меня модели... другая доминанта, другой век. Да, другие интересы. Мировоззрение, у меня другие страсти во Та мне, же самая как иерархия узнать, как ценностей. устроен мир и человек. Ну, вот смотрите, ну, давайте скажем так. Одно из управляющих, да, это иерархия ценностей, к примеру. Ну, например, основной конфликт у людей в бизнесе – это конфликт семья-бизнес. Основной конфликт. Что входит в бизнес? В бизнес входит, например, компания, партнеры, покупатели, команда, выполнение плана и тан-дан-дан-дан-дан. Это все входит в бизнес, это ценно для руководителя, это такие бизнесовые ценности. А один человек не может быть бизнесменом сам для себя. А нет, это ремесленник. А смотрим, а что такое семейные ценности? Семейные ценности – это дети, это родители, это совместный отдых, семейный бюджет, это здоровье, друзья и так далее. А теперь у нас возникает вопрос. Мне идти на переговоры или с семьей в театр? Да. Опа, что для меня важнее? И вот здесь начинаются конфликты. У меня вот были случаи, ко мне приходили люди, ну вы сами понимаете, да, вот жили-жили, и человек начинает заниматься бизнесом. И у него начинает все рушиться по жизни. Я Просто... извиняюсь, но любой ученый, который очень сильно занят своей проблематикой, без которой Угу. жить не может, Да. тоже
У него тоже семья проблемы, потому что он заострен в одном, а дети требуют внимания, жена требует внимания. Тоже конфликт. Дело тут не бизнесмен. А это обычно конфликт ценностей происходит, да? То есть, что такое ценность? Ценность – это фокусы нашего внимания. То есть, как говорил, как в свое время говорили, без разницы, ругают меня либо хвалят, Жириновский, да? Ругают меня либо хвалят, главное, что говорят обо мне. Вот куда мы направляем фокус своего внимания, там и есть. У ценностей нет знака, плюсовая, минусовая, положительно, отрицательная. Когда заболел зуб, это тоже важно для человека. Он забывает о своем желании личностного роста, об отношениях. У него болит зуб. Все. Для него это ценно и важно. Именно в данный момент. Вот. Поэтому, когда нужно проводить вот такую коррекцию, то это делается через интеграцию. И человек для себя определяет, это тоже можно определить, что самое главное, какая ценность человеком управляет. И действительно, для кого-то будет важна семья, это очень важно. И на основании вот этой семьи, например, осознание того, что семья помогает человеку развиваться, вот это поможет человеку построить бизнес, понимаете? Он будет думать о семье и строить бизнес ради этого. И тогда будет все хорошо. А если он ушел строить бизнес, а жена говорит, слушай, ты кинул меня, ты обещал мне счастливую жизнь, а сам пропадаешь фиг знает где, не понимая того, что мужик там зашивается буквально, без сна пытается делать, Многолет. будут конфликты. Вот. И вот эти вопросы очень важно уметь решать. Вот мы просто говорим о том, что управляет человеком, из чего состоит то же самое эго, почему мысли возникают, откуда выборы, конфликты вот эти разнообразные, как чувства превращаются в эмоции, и каким образом это все может, каким образом это можно управлять. А ведь есть те эмоции, которые невысказанные, да, к примеру. И тогда мы уже говорим о психосоматике, мы говорим о причинах разнообразных заболеваний. Это вам уже ближе знакомо, да? Вот. Ведь что такое психосоматика? Это те же самые зажимы. Определенные зажимы, которые ходят с человеком. А вы знаете, вот самый интересный момент, я вам сейчас хочу рассказать этот опыт, поделиться. Он касается и психологии. Однажды у меня мать, уже пожилая женщина, подскользнулась и повредила колено. Вот, там проблема с мениском была. И когда я увидел ее, я редко приезжал. Я не знал, что у нее такая беда. Приезжаю, она с костылями. Я, да что с тобой такое? Да вот упала, вот коленка, вот здесь вот гной выкачивают. Почему мне не позвонил? Я не хотел тебя беспокоить. Ну, это Я говорю, обычно. да как же так? Я говорю, ну это же самое простое, это же можно вылечить. Как ты это вылечишь, врачи ничего сделать не могут. Ну вот смотри, вот ты шла, ударилась коленкой. У тебя что? У тебя сразу боль. Боль. Человек ударился и сразу чувствует боль. То есть человек получил сигнал, что там проблема. А дальше-то идти надо. И вот эта боль, она как будто замораживается. То есть организм, он сам вот эту анестезию вырабатывает, заморозку. И ты дошла до дома, все нормально, да? Потом там надо врача вызывать, что-то делать и так далее. Но анестезия-то сохранилась. Организм, он одел туда заморозку. Ведь в самом организме человека есть все лекарства, есть все препараты, которые способны человеку помочь. Но там анестезия. Автоматом она поставлена, анестезия, ее нужно убрать. Мать говорит, слушай, что ты мне всякую фигню говоришь? Я говорю, так вот теперь послушай, пожалуйста. Что в психологии? Точно так же. И в физиологии. Снимаем вот этот анестезию. Каким образом? Мы берем и начинаем простукивать вот эти болезненные места. Ну, желательно, чтобы это, если колено, то с двух сторон должно быть. И мы начинаем простукивать. А как долго? Я говорю, смотришь свои сериалы?
Вот так и стучи, так, чтобы это было чувствительно. Вот. Буквально через несколько дней, буквально 5-6 дней проходит, меньше одной недели, она уже ходила без костылей. Сошли все опухоли. Врачи были удивлены. А что произошло? Она им рассказала, они так в это и не поверили. А это старинный шаманский способ. Сними это, сними. Организм сделал свое дело, а теперь убери эту анестезию. Сними, заморозь. А он сам справится. У нас свой биореактор внутри, он любые витамины готов. Помните, как эту курицу, которую кормили не кальцием, а этим калием, да? А она все равно кальций вырабатывала. Точно так же и у нас. Вот эти все инструменты внутри есть. Мы готовы. Любые препараты. Нам только что нужно? Нам нужен образ результата, матрица своего здоровья, и все. И убираю вот эти заморозки, все эти зажимы. Вот такие интересные вещи содержатся в каждом человеке. Это кладезь интереснейших таких процессов. Конечно, И конечно. Все вот. ресурсы внутри нас, просто люди не знают о них до конца. Еще Ну, развиваются в самопознании. Познать да. себя, это еще там 1000 лет назад где-то было написано. Да, конечно, конечно. Я Конечно. бы хотел еще вот что добавить, вот небольшой момент. Дело вот в чем. Когда мы говорим о духовном подходе, да, о духовном интеллекте, это четвертый основной интеллект, Но духовное имеется в виду не религиозное, а духовное. наверное, все-таки нет, потому что духовный мы осознаем себя частью большей системы. Соучастностью чему-то будет. Да, вот частью чего-то Это большего. способность дарить, любить, сопереживать, это же духовное. Ну вот, знаете, в духовности применяется все-таки понятие безусловной любви, а на это способен далеко не каждый. Безусловно, любовь может быть только человеческая. Она не может быть мужская, женская и так далее. Само собой. Но как полюбить врага? Как полюбить убийцу? Если ты его сопереживаешь ему, ты его можешь понять. Это не Вот значит понимаете, вот это... полюбить и понять. Это очень важный момент. Я почему здесь остановил? Прошу выслушать. Это буквально секунда. Я могу понять пьяницу, который каждую ночь мне спать не дает, потому что сапогом в стенку стучит. Ну, пример. Как я могу его полюбить? Он же мне ближний. Как я могу его полюбить? Понять могу. Полюбить – это слово эмоциональное. Я раньше тоже думал, как я могу его полюбить, если он мне спать не дает. Нет, не в этом дело. Не полюбить физически. А имеется в виду духовно, имеется в виду понять, сопереживать. Я понимаю, почему он пьет. Потому что у него с женой там какие-то нескладушки, потому что мать умерла, а он запил. Я это понимаю, сопереживаю, и поэтому я его не ненавижу, я не агрессивен к нему, я его с понятием, как Христос. Люби ближнего своего. Когда он рассказывал про притчу о самарите и самарянине, когда его спросили, а кто ближний, он ему рассказал притчу о самарянине, что это получилось, что всякий ближний тебе, независимо от того, где он родился, какой веры там, вот, с какой земли пришел, всякий. В этом смысле любить ближнего, а не в том смысле, что физически его любить. Вот оно в чем дело. Вот теперь смотрите, если я на это просто предположу, да, предположим, я Не какой-то, эмоциональной любовью, смотрите, давайте я а предположу, что той человеческой, общечеловеческой. я предположу, что я верующий человек. Какого-то такого Бога, да, предположим, предположим. И тогда я говорю, что а ведь нет ничего такого, что не может произойти без его ведома. То есть все то, что происходит, и должно произойти. И это все для меня. Тогда какой опыт, что я должен произвести, какие изменения внутри себя мне необходимо сделать для того, чтобы я взял из этой ситуации что-то полезное для себя. Эта ситуация не просто так, она для меня.
Но я применяю ключевые действия, снимаю лишнее напряжение, снимаю зажимы, которые вызывают эго, снимаю эти блоки сознания и тела и выхожу в Да. состояние безмятежности. И там этим вопросом, если я задаюсь, он тут же обрастает потоком свободных ассоциаций в русле темы. И я понимаю ответ на вопрос. Да, Я да. освободился от тела в этом смысле. Тело в данном смысле нервно-мышечный зажим. Блоки. Блоки тела – это блоки сознания. Освободился, внутренняя свобода, подумал об этом и понял это. Об этом речь или о другом? Примерно где-то рядом у меня, знаете, такая же, Хасан Иванович, такая же у меня вот есть подобная практика, когда мне говорят, знаете, вот нам помогают метафорические карты. Ну, метафорический поток вот этот, да, карты метафорические. Я говорю, Это что я понял. Можно я скажу, как я? а? Когда ты от себя это отводишь, как будто не ты этот вопрос решаешь, а кто-то. Твое Да. эго это не трогает, твоих эмоций это не ты, а кто-то. Также есть вера в судьбу, вера в Бога. На острове Питакао стоят эти каменные статуи с пустыми глазницами, и человек подходит, смотрит в эту пустоту и говорит, будет сегодня дождь или нет, и видит в этой пустоте ответ, как в картах Таро. Это подсознание, оно более широкое, там все банки данных, как говорится, базы данных. Хроники Акаши. Да, и он отходит, и кто-то, его нету, его я нету. Поэтому Эриксон тоже, когда с человеком разговаривал, великий Эриксон, его я он пытался не трогать. Он рассказывал какие-то истории. Человек находил в них себя сам. Потому что если бы он трогал его я, тот бы начал бы тут же возникать, и его я, и так далее. Понятно, понятно. Ну, вот опять-таки зависит от того, на каком уровне осознанности находится человек. Ну, например, любая проблема, да, люди что делают? Пытаются с ней бороться. А если предположить, что проблема к тебе пришла как помощница, которая пришла для того, чтобы показать тебе, где и как тебе Это поменяться? называется всякая боль, если она не выше сил. Она Да. служит как испытание для твоего развития. Да, да, Всякая да. неудача – это твой стресс-трамплин, если ты правильно к этому относишься. Да. Конечно, она позволяет тебе подумать больше, подумать шире, поискать и решить, и наконец ты выходишь на другой уровень понимания. Да. Конечно, у нас метод ключ на этом построен. Хлёст и левитацион, Да, лечение да. нижних, там перебор приемов, развивание Ну, способностей. все это будет работать, пока человек находится в позиции «я причина». Вот когда он находится в позиции «я жертва», что он будет делать? Он будет искать виноватых, обвинять политику, тяжелые времена, соседей и тому подобное. Ну правильно, поэтому сегодня каждый от каждого зависит судьба соседей, судьба школы, судьба страны, судьба Совершенно мира. верно. Да. Поэтому от каждого зависит. Сегодня такое испытание нам всем дано, если говорить религиозным языком, Времена все перемен. очистились, чтобы мы все очистились и чтобы задумались вообще о смысле жизни, что мы все сотворцы, что как раз-таки не раб Божий в этом смысле, а не раб Божий, Дитя Божие. а кто? А Дитя Божие. Дитя Божие сотворец. Да? И я обучаюсь быть этим. Я обучаюсь быть творцом. Да. Вот это самое Это главное. Вот наш. корректно в его геноме все стадии предшествующих поколений, и поэтому этот потенциал требует разрядки. Да. Творчестве, в созидании, а если он не позволяет себе заниматься любимым делом, он начинает пить, курить и так далее. Искать виноватых. Да. А это и есть позиция жертвы, позиция избегания, убегания. Вот, наверное, самый лучший совет на сегодняшний день для всех. Он Да. как раз в этом и будет заключаться, чтобы если есть
любое желание кого-то обвинить, либо есть недовольство этой жизнью, в любой форме что-то вам не нравится. Прежде всего, вот, что я советую, выписать это на бумагу. Не надо об этом думать, выпишите это на бумагу. Как только вы вынесли это из головы на бумагу, вот с бумагой уже можно работать. Мы говорим о том самом внешнем помощнике, да, как правильно, у другого соринку видим, а у себя бревна не замечаем. Вот. Поэтому это и есть тот самый внешний помощник, который будет работать не с мыслями, а с Это у нас этой. есть автоматическое выговаривание, автописьмо, Ну, можно и такие. автоанцевание, автопение. Ну, это все методики ключевые, как раз таки. Да, Ну, что ну. подходит, пожалуйста, перебирайте, подбирайте, как ботинки в магазине. А сам процесс подбора путем перебора по критерию, то, что вам подходит, вам хочется продолжать. Вот это в мере нигде не написано. Перебирая разные упражнения, разные фрагменты деятельности, любые, которые вам в голову приходят, по секунде хотя бы, по 5 секунд, если вы находите какое-то, которое вам хочется продолжать, это ваше действие, это ваш ключ. И когда вы это делаете, у вас развиваются творческие качества. Об этом тоже нигде не написано. Работа, Работа. работа, путь любви, божественный путь, путь радости. Это наш перевод этого слова. Так что надо больше работать. Вот таким вот образом. Работа. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо. Мы подождем комменты, потому что нам хочется ответить на комменты, потому что только почемучки становятся великими. Совершенно верно. Пока не занят, не задан вопрос, Да. невозможно получить ответ. Спасибо, Сережа. Спасибо огромное. Я очень рад, что мы Очень наконец приятно. встретились через столько лет. Благодарю огромное, благодарю. Спасибо, но ты сделай из меня миллионера, чтобы я мог встречаться с каждым, с кем я захочу. Я думаю, в любом случае пересечемся, может быть, где-то кофейку попьем. Я же не Тоже. ухожу 5 лет из комнаты, у меня операция тяжелая была, там титан стоит. 5 лет я не ухожу, еще до ковида всяких я 5 лет сижу в комнате. Но я счастливый человек, потому что я свободен. Потому что занимаюсь любимыми делами, помогаю людям, и в этом я нахожу свой кайф. Чем больше я помогаю, тем больше я чувствую ответную реакцию. Открываю интернет, и мне все благодарности, потому что все мы люди, все мы человечные. Да, нам только надо находить друг друга. Вот мы сейчас с тобой нашли друг друга, и сейчас к нам подключатся и напишут свои вопросы. Да. И, Если пожалуйста, необходимо будет, смотри мы ролик и отвечай там, да. пожалуйста. Обязательно еще что-то там позапишем, если возникнет необходимость. Запишем, Что-то запишем. разъяснить, показать, Всем дать будет какие-то интересно, примеры, поделиться. получил я опыт миллионера или не Ну, получил. это за полчаса, за час невозможно этим поделиться. Но мы Я еще раз поговорим. У всегда всех, говорю, ребят. кто захочет на эту тему разговаривать, пишите в комментах. Я хочу, я хочу, я хочу. Zoom готовьте, чтобы у вас было это приложение, чтобы когда мы скажем, что мы с Сережей встречаемся, то, пожалуйста, зумы чтобы были готовы, мы дадим объявление, и все выйдете, и мы устроим целую конференцию. Спасибо, Сережа. Да. Спасибо, до встречи. Все, до встречи. Благодарю вас.